Новогодние костюмы для воспитанников детского дома готовы и ждут своего часа. Накануне свою работу провела оценочная комиссия благотворительного конкурса. В нем участвовали швейные мастерские города. На суд жюри мастера представили 12 нарядов. Каждый выполнен по индивидуальному эскизу. Позже их передадут Ангарскому областному дому ребенка. Самым маленьким воспитанникам достанутся нагрудники. Их шили также в рамках конкурса. Все изделия необычные, яркие и, главное, качественные. Замечательные, яркие, новогодние, очень красочные, интересные костюмы, которые, конечно, порадуют ребятишек, очень им понравятся, я думаю. С технической точки зрения работы, конечно, очень интересные, ну, разноплановые, есть сложнее, есть попроще, но выполнены, чувствуется, что очень с большой любовью, с душой, с интересом, с выдумкой. Итоги конкурса подведут в конце недели. В торжественной обстановке организаторы благотворительного мероприятия наградят победителя.